вас вдохновляли, все, кто здесь проходил, действительно смогли взять вот эту частичку какого-то света, какой-то любви, не знаю, и чтобы вот, оно же цвело там. Да? Может быть, что-то дало прекрасное. Прекрасные цветы аптекарского огорода. Спасибо. Это правда очень, я бы даже сказал, шикарное событие. И лично мне очень близко, и, по-моему, люди это оценят. И я рад, что это происходит именно у нас. И мне кажется, что это все, да, реально десятки тысяч людей. И, может быть, вот эта вот энергетика Гималаев, гор, их как-то заманит. Не знаю, как это сформулировать. Но как бы они захватятся этой энергетикой и почувствуют этот, не знаю, какой-то элемент из этого.